Привет, друзья! Предлагаю вашему вниманию обзор на украинский сериал под названием «Чужие дети». Но прежде чем мы продолжим, поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, будет много интересного. Итак, когда вы услышите, что главную героиню произведения зовут Ната, то поймете, что речь пойдет не о коренной жительнице Советского Союза. По крайней мере, уж не Москвы так точно. Фильм «Чужие дети» расскажет о том, как невинное знакомство на улице с двумя ребятишками перевернуло всю жизнь девушки с ног на голову. Сама того не ожидая, она стала матерью сразу двух детей, хотя ни разу не была в родительном доме. Оказывается, такое тоже возможно. Молодая студентка, о которой мы сейчас и узнаем, возвращалась домой после дневных занятий. Она была не очень общительной девушкой, поэтому свой путь от места проживания и обратно проделывала в гордом одиночестве. Но это не значит, что ее все сторонились, просто она сама предпочитала находиться в эти моменты одной, так как считала, что эти полчаса – это и есть то время, которое нужно каждому человеку для разного рода раздумий. Однако, на этот раз ее покой был нарушен громким детским плачем, который был слышен из-за соседнего дома. Изначально Ната пыталась не обращать внимания на эти звуки, полагая, что ребенок, возможно, просто показывает матери характер для того, чтобы она удовлетворила его какое-нибудь по-детски глупое, но важное желание. Плач длился уже пару минут, поэтому героиня произведения все-таки приняла решение свернуть с привычного пути и посмотреть, что же произошло, откуда шел звук. Каково же было удивление героини, когда она увидела, что дети находятся абсолютно одни, без какого-либо родительского присмотра. Да это же просто преступление. Каким образом студентка отыщет того, кто должен был внимательнее относиться к своим детям? Не узнает тот зритель, который наотрез отказывается смотреть онлайн в хорошем качестве «Чужие дети». Отец малышей оказался привлекательным молодым человеком, умеющим произвести на любую женщину приятное впечатление. Возможно, именно поэтому Ната простила ему то, что еще пару минут назад считала недопустимым. Более того, она согласилась сегодня вечером поужинать вместе со своими новыми знакомыми. Биография актеров Алина Ланина. Биография Алина Ланина – восходящая звезда российского кинематографа. Она уже успела засветиться в популярных фильмах и сериалах. Своим успехом актриса обязана только себе. Неудачные попытки не сломили ее, а наоборот, придали сил двигаться дальше на пути к своей мечте. За нежной милой внешностью артистки скрывается сильный характер. Детство и юность Алина родилась 3 марта 1989 года под знаком зодиака Рыбы. По национальности она русская. Ее родной город, Екатеринбург, там прошли детство и юность. Ланина – творческий псевдоним, настоящая фамилия актрисы Кизиярова. Родной отец оставил мать с ребенком рано, поэтому девочка росла под опекой отчима, у которого также подрастали сын Иван и дочь Катя. Вскоре в большой семье родился Миша. Алина часто бывала с родителями в церкви. На каникулы детей отправляли в деревню к родственникам, где они охотно пололи грядки, ухаживали за цветочными клумбами. Ланина до сих пор уверена, что дети должны больше времени проводить в деревне, на природе, и не скрывает, что мечтает о домике за городом. Христианское воспитание привило девочке любовь к ближним, хотя не мешало развиваться творчески. В детском возрасте Алина часто устраивала для родителей и знакомых импровизированные представления, занималась танцами. В выпускных классах девушка знала, что будет поступать в театральный институт. К этому времени она окончила модельную школу, заключила ряд выгодных контрактов и успела поработать в Чили, Италии и Франции. После окончания школы Ланина подала документы в Екатеринбургский театральный институт и в 2006 году стала студенткой. Алина Ланина в детстве с мамой первым профессиональным актерским достижением стало третье место на конкурсе ИМФ Яхонтова. На последнем курсе института Алина Ланина получила стипендию от Союза театральных деятелей как лучшая студентка. Это было второе значимое достижение в творческой биографии артистки. Алина играла в студенческих спектаклях «Ловушка», «Дама с собачкой», «Дети Ванюшина» и других. Талантливая и пластичная актриса участвовала в хореографических постановках «Маугли», «Жена и змей». У зрителей ее игра пользовалась успехом, но связывать жизнь с театром артистка не захотела. В 2010 году Ланина получила диплом и оказалась перед выбором – отказаться от актерской профессии или переезжать в Москву и добиваться признания там. Девушка выбрала второй вариант. Алина сняла комнату в Подмосковье и каждое утро ездила в Москву, чтобы попасть в актерские базы и на кастинги. Это был сложный период, потому что постоянную работу режиссера не предлагали. Ланине в какой-то момент пришлось вернуться в Екатеринбург, но через некоторое время она снова уехала в столицу, уже навсегда. Личная жизнь. Факты о личной жизни актриса не скрывает от журналистов и поклонников, но имена мужчин, с которыми когда-либо связывала Алину судьба, не называет.
Первая любовь настигла ее еще в старших классах, но молодой человек оказался преступником и вскоре очутился за решеткой. За время актерской карьеры у Ланиной случился роман с коллегой, а также с профессиональным гонщиком, который помог ей усвоить азы экстремального вождения автомобиля. В первый раз за руль Алина села в 14 лет, со временем увлечение только окрепло. Ланина любит скорость. О наличии состоятельного спонсора, о котором говорят на просторах интернета, актриса отзывается отрицательно. Ланина позиционирует себя как девушку самостоятельную, добившуюся на творческом пути всего собственными силами. Алина Ланина в купальнике замуж Алина не торопится. Говорит, что не готова связывать себя узами брака из-за красивой свадьбы и для галочки. Хотя ей уже делали предложение руки и сердца. Но тогда приоритетом была творческая самореализация. Свободное от съемок время актриса занимается фехтованием, танцами, пением. По натуре она трудоголик, поэтому отдыхает редко. Если выпадает возможность, с удовольствием ездит в другие страны, после чего новая порция фото попадает на персональную страничку артистки в Инстаграме. Там также можно увидеть снимки Алины в купальнике. У Ланины прекрасная фигура, которую она не стесняется демонстрировать. Знаменитость придерживается диеты и ведет активный образ жизни. Артистка мечтает побывать в Аргентине, пока видела ее только из окна самолета. Она говорит, что это самое красивое место, которое приходилось видеть с высоты. Фильмы Алина дебютировала в кино в 2006-м. Это была эпизодическая роль в картине «Детективы. ФСБ». Следующего предложения Ланиной пришлось ждать 2 года. Актриса сыграла Светлану, экс-супругу бизнесмена, в сериале «Обручальное кольцо». Проект снимался 4 года, с 2008 по 2012. В следующие несколько лет артистке предлагали роли второго плана. Среди фильмов этого периода «Детективы», «Пыльная работа», «Любовь и прочие глупости», «Братаны 3», «Новогодний переполох». Переломным в карьере Ланиной стал 2013 год, когда артистку утвердили на главную роль в многосерийном фильме «Тайны института благородных девиц». На кастинге состоялся конкурс в 600 актрис на место, но модельные внешние данные Алины, а также подходящий рост, 167 сантиметров, и вес, 51 килограмм, обратили внимание продюсеров на нее. Артистка сыграла ученицу пансиона Елизавету Вишневицекую, которую сюда отправил дядя. Алина говорит, что ей повезло с форматом сериала. В этом же году актриса получила еще одно предложение, повлиявшее на ее карьеру. Ланина перевоплотилась в Еву Сергееву в комедийном ситкоме «Саша Тани». Героиня работала стюардессой, пока не встретила Сильвестра Сергеева. Она вышла за миллионера замуж, позже узнала, что беременна, родила ребенка. Сериал в юмористическом ключе рассказывает, как живет семья. К слову, артистке посчастливилось сниматься в одном ряду со звездами универа Андреем Гайдуляном, Валентиной Рубцовой, Алексеем Климушкиным, Андреем Свиридовым, что добавило ей популярности. Алина Ланина и Алексей Климушкин в ситкоме «Саша Таня Ланина» редко появляется на экране обнаженной. Религиозное воспитание, заложенное в детстве, не позволяет переступать порог дозволенного. Откровенные сцены, где она предстала перед камерой частично голой, появлялись в сериале «Саша Таня». Алина снялась в одной сцене с обнаженной спиной, а также в сериале «Поздние цветы», где промелькнула в сцене купания в ванной. Второй фильм вышел в 2014 году, и вновь партнерами актрисы стали зарекомендовавшие себя на российском телеэкране Мария Куликова, Александр Дьяченко, Петр Баранчеев. В это же время фильмография Алины Ланиной пополняется еще одной главной ролью в фильме «Принц Сибири». Актриса сыграла учительницу Татьяну Демидову, а ее партнер Иван Житков Макса, жениха Тани. Съемки фильма проходили в сельской местности, после чего артистка с удовольствием вспоминала впечатления от поездки на ворохе сена в повозке, запряженной лошадьми. В 2015 году Алина появилась в главной роли в мелодраме «Осколки хрустальной туфельки». На этот раз режиссер увидел в актрисе отрицательную героиню. Юлия Скворцова, характер которой тонко уловила Ланина, только с виду казалась доброй и наивной. В душе это была меркантильная особа, готовая на любую подлость. Не обошлись без артистки и в рейтинговом сериале «Кухня», где она получила эпизодическую роль героини Даши. С этого года Алина окончательно меняет фамилию и становится Ланиной. До этого в титрах указывалась фамилия, доставшаяся ей от родителей. Алина Ланина и Валентина Рубцова годом позже она снялась в сериале «Время дочерей». Ее партнером по площадке был Александр Соколовский. Карьера актрисы находится на взлете. Ей предлагают исключительно главные роли в значимых проектах.
В 2017 году Алина снялась в образе Ксении, хранительницы водной стихии, в российском супергеройском боевике «Защитники», в котором речь пошла о засекреченных со времен Холодной войны советских супергероях. В кинопрокате картина собрала 5 миллионов долларов. Вскоре актриса порадовала зрителей появлением в драме «Отчий берег» о семье Морозовых, судьбу четырех отпрысков которой перемолола Великая Отечественная война. Главные роли, помимо Алины, достались Юрию Борисову, Арине Жарковой, Максиму Кёрину. Кроме состоявшихся премьер, репертуар артистки в скором времени пополнился работой в семейной саге «Серебряный бор» с Марией Шукшиной в главной роли, а также в картине «На Париж» и в исторической ленте о первопроходцах Крайнего Севера «Первые». В последнем фильме актриса предстала на экране в образе первой женщины-полярницы Татьяны Прончищевой, супруги Василия Прончищева, Наиля Абдрахманов. Алина Ланина сейчас, в 2019 году актриса приняла участие в съемках фильма «Подкидыш». Это семейная драма, которая рассказывает историю маленькой девочки, потерявшейся в Москве. Алина сыграла второстепенную героиню Нину. А вот 2020 принес ей несколько главных ролей. На экраны вышел сериал «Чужие дети». В нем артистка перевоплотилась в Дарью, обычную замужнюю женщину и по совместительству мать. Однажды ее муж ввязывается в аферу, из-за чего семья терпит финансовый крах. Чтобы заработать деньги, Дарья становится суррогатной матерью. В картине также задействованы Евгений Воловенко и Елена Великанова. 3 июля 2020 года завершились съемки и монтажно-производственные работы многосерийного детектива «Формула преступления». В нем Ланина сыграла главную роль, перевоплотившись в Анастасию Ардашникову, первую девушку в истории России, которая получила диплом юридического факультета Сорбонны. Премьера фильма должна была состояться на Первом канале уже в ближайшее время, как заявляла пресс-служба компании-производителя «Мастелефильм Дистрибьюшн». Алина Ланина сейчас сюжет детектива увлекательный. Он переносит зрителя в Санкт-Петербург 1896 года. Анастасия после обучения во Франции возвращается домой. Девушка начинает заниматься расследованиями, применяя практически неизвестные в России методы. Окружение сыщицы уверено, что она занимается совсем не женским делом. А пристав Тарас Петрович Смолокуров, Андрей Горбачев, считает, что Анастасия далека от отечественных реалий. Второй фильм с участием актрисы, который в 2020 году еще находился в производстве, «Кривое зеркало». Алина примерила на себя образ избалованной вниманием женщины Виктории, которая находится в ожидании принца. Однажды она решается пойти к гадалке. В разгар сеанса Вика вдруг видит в зеркале образ молодого мужчины. Только вот он далеко не предел ее мечтаний. Тем не менее судьба их все-таки сталкивает. Александр Пашков. Биография. Александр Викторович Пашков, российский актер театра и кино, звезда телесериалов «Райские яблочки», «Воротила» и «Между двух огней». На его счету десятки ярких образов, главных и второстепенных героев мелодрам, детективов и криминальных фильмов. Режиссеры, как правило, в Пашкове видят положительного героя, но бывают и исключения, чему сам Александр очень рад. Работать в рамках одного амплуа длительное время ему неинтересно с профессиональной точки зрения. Детство и юность. Александр родился в Екатеринбурге в семье работников милиции. По стопам родителей пошел и старший брат, который после окончания техникума отправился работать в органы. И только Александр с ранних лет мечтал о карьере актера. Детские годы Саши пришлись на экономически сложный период в стране – перестройку. Родителям, чтобы прокормить семью, приходилось искать дополнительные заработки. Отец параллельно с работой в милиции устроился шофером в санэпидстанцию, а мама после вахты в отделении МВД подрабатывала уборщицей. Но, видя желание младшего сына, родители, несмотря на нужду, согласились отдать Сашу в школу с театральным уклоном. Пашков-младший также стал немного подрабатывать. В свободное время мальчик с друзьями продавал печатные издания в трамваях и электричках. Но мысли маленького Саши все равно занимал театр. Он не только постигал азы актерского мастерства, но и научился прекрасно танцевать. Настолько, что его без просмотра зачислили в балетную школу. Таким образом, Пашков с 9 лет начал появляться на сцене Академического театра музыкальной комедии, а в 14 стал полноправным артистом этого театра. Александр Пашков в детстве в последнем классе школы родители стали уговаривать Александра не связывать жизнь с искусством, а устроиться на службу в милицию. Юноша был неумолим и уехал в Москву штурмовать ГИТИС, но провалил последний тур экзаменов. После возвращения на малую родину юноша поступил в Екатеринбургский государственный театральный институт на актерское отделение, на курс А. Петрова. После вуза уже как профессиональный актер Пашков вернулся в родной театр, но вскоре понял, что в провинции сделать хорошую карьеру нереально. На последние деньги молодой человек покупает билет на поезд и отправляется в столицу, где уже жил его друг, режиссер Александр Мелешко. Долгое время молодой человек не может зацепиться за существенную роль, ограничиваясь редкими минутами на экране.
Параллельно артисту приходилось подрабатывать курьером и грузчиком. Наверное, не один раз в тот момент Александр Пашков вспоминал совет родителей о выборе профессии. Забавно, но желание матери с отцом относительно скоро сбудется. В первых фильмах Александр Пашков будет появляться именно в роли милиционеров и спецназовцев. Фильмы после участия в эпизодах сериалов «Следствие» ведут знатоки. «Третейский судья», «Возвращение Мухтара» и «Люди и тени». «Оптический обман», в которых Александр Пашков неизменно появлялся в милицейской форме. Судьба решила вернуть актеру собственное расположение. Александру выпала возможность сыграть достаточно важный персонаж в новом сезоне мелодрамы «Ундина 2. На гребне волны». Причем все произошло с одной стороны случайно, а с другой – символично. Актер пришел на кастинг совершенно другого фильма, где предлагалась очередная маленькая роль. Но Пашков ошибся этажом и попал на съемочную площадку «Ундины», где, будучи уверенным, что пришел правильно, настоял на просмотре собственной кандидатуры. Режиссерам понравился и типаж, и актерские способности, и напористость Александра, поэтому Пашкова утвердили на роль Дмитрия. Только выходя со студии, актер понял, что попал вовсе не на тот кастинг. С этого сериала начался взлет в творческой биографии уральского парня. Еще большую популярность принес Пашкову 2008 год. Тогда актер снялся в полудюжине картин, три из которых были с интересом приняты зрителями. Сначала в мелодраме «Райские яблочки» Александр вместе с Ольгой Филипповой предлагает адаптированную под советский антураж версию чистых отношений Ромео и Джульетты. Затем в психологической картине «Любовь на асфальте» показывает муки совести автогонщика, который по неосторожности делает инвалидом молодую девушку. А в криминальной драме «Воротилы» преображается в главного героя, олигарха Всеволода Бородина. После этих фильмов Пашков без работы не оставался. Во второй половине 2000-х фильмография актера пополняется новыми проектами, среди которых военный боевик «Десантура», криминальная драма «Черкизона», одноразовые люди, приключенческая картина «Проект Золотой глаз». Фильмы захватывают зрителя и бурно обсуждаются поклонниками еще долгое время после окончания показа. В 2013 году выходит многосерийный мистический фильм «13» о работе сотрудников газеты, занимающихся расследованием необъяснимых происшествий. В фильме Александр примерил на себя роль Андрея Стрельникова, владельца издания. В этом же году имя актера появляется в титрах сериалов «Переезд», «Я не смогу тебя забыть», «Я подарю тебе любовь». Через год с участием Александра стартует показ детективной комедии «Частный детектив» Татьяна Иванова, где главную героиню играет Анна Тараторкина. Александр Пашков снимался не только в художественном кино. В 2005 году артист появился в видеоклипе Юлии Михальчик на песню «Лебедь белая», а в 2010 году участвовал в рейтинговом развлекательном шоу «Танцы со звездами». Александр вспомнил все то, чему в детстве учили педагоги в балетной школе и, добавив к этому невероятное желание победить, сумел в паре с актрисой Юлией Зиминой оказаться на пьедестале почета проекта. В 2016 году артист сыграл главных героев в мелодрамах «Бумажные цветы», «Василиса» и других. В «Детективе спасатель» Пашков предстал перед зрителями в роли руководителя отряда спасателей Георгия Уварова, которого обвиняют в убийстве собственной жены и пропаже семьи видного бизнесмена края Новикова Олег Алмазов. Засветился он и в экранизации романа Татьяны Поляковой «Барышня и хулиган», где сыграл героя Костю. В конце сентября 2017 года с участием артиста на телеканале ТВЦ стартовал показ мелодрамы «Рассвет на Санторини». В фильме речь пошла о неудачливой в личной жизни девушке Надежде, Эмилии Спивак, которая, устроившись поваром на яхту греческого бизнесмена, встречает там любовь своей жизни в лице капитана спецслужб Кости Семушкина, Александр Пашков. В это же время состоялся премьерный показ мелодраматической картины «Шрам», где у Александра была главная роль персонажа Олега. Кадр из фильма «Жена наводит порядок» — одной из ярких премьер года с участием Пашкова стал показ драматического сериала «Непокорная». В фильме, действие которого разворачивается в брежневскую эпоху, речь пошла о любви 16-летней девушки Сони, Сони Метелица, и представителя криминального мира Сергея, Евгений Ткачук. Молодой человек вовлекает Софью в водоворот преступлений. Начавшееся следствие ведет капитан милиции Лебедев Александр Пашков. По сюжету персонаж Пашкова – отрицательный герой, оборотень в погонах. Артисту давно хотелось воплотить на экране подобный образ. Он обращает внимание зрителей, что уже устал от мелодрам, поэтому с радостью принял предложение постановщика проекта. Еще один центральный образ в фильмографии Александра появился в 2017-м – это роль мужа главной героини детектива «Шрам». Женщина становится свидетельницей похищения маленького мальчика, но однажды выходит на след преступников. Партнершей Пашкова по кадру стала Анна Тараторкина.
Личная жизнь. Став студентом Екатеринбургского государственного театрального института, Александр Пашков познакомился с девушкой Анжеликой Самойловой, которая училась двумя курсами старше. Девушка произвела на будущего артиста впечатление своей восточной внешностью. Анжелика наполовину азербайджанка. Два месяца Пашков ежедневно добивался расположения избранницы, прежде чем студентка согласилась пойти на свидание. Когда Александру исполнилось 18 лет, молодые люди сыграли свадьбу, и впоследствии у супругов родилось трое детей, дочери Алина и Ксения, а также сын Федор. Мечта старшей дочери – получить образование по специальности мультипликатор. Ради этой профессии девушка в 2017 году штурмовала в ГИК. Федя увлекается музыкой, он владеет игрой на нескольких инструментах. Вслед за Александром его семья переехала в Москву. Анжелика все свои силы тратила на продвижение мужа по карьерной лестнице. Одно время она была его директором, договаривалась с агентствами, рассылала портфолио. Позднее устроилась в театр. Александр Пашков с детьми. В 2014 году в личной жизни артиста произошли кардинальные перемены. Александр и Анжелика Пашковы более 17 лет были вместе, но затем расстались не без взаимных претензий. Причиной разрыва стало увлечение Александра коллегой по театру Кариной Романюк. В этой же труппе числится и Анжелика. Первое время между женщинами случались конфликты, но позднее ситуация изменилась. Вскоре у актера появилась новая семья. Зимой 2015 года Карина стала второй женой Пашкова. Новый брак Александр долго не афишировал. В этом же году у пары родилась дочь Варя. По словам актера, девочка растет активной. В планах у Пашкова отдать дочь в секцию гимнастики. В инстаграме актера нередко появляются фото детей, которых Пашков периодически навещает. Со своими наследниками он проводит все выходные. Нередко многочисленное семейство можно увидеть в аквапарке или кинотеатре. Интересно, что внешность своей супруги Пашков скрывает от публики, хотя Карина – известная личность в актерских кругах. Тем не менее, Александр лишний раз не демонстрирует лицо своей избранницы на снимках в инстаграме. На эту тему в микроблоге исполнителя появляется множество шутливых комментариев от поклонников. Александр Пашков. Сейчас на сегодняшний день Александр Пашков находится на пике взлета актерской карьеры. Ежегодно в его копилке новых образов появляются 5-6 ярких ролей. В 2018 году актер сыграл в украинских мелодрамах «Вкус счастья», «Два берега надежды». В роли следователя артист предстал в российском проекте «Дожить до любви». В детективе «Призраки прошлого» сыграл пытливого журналиста. Главная роль Александру досталась и в популярном проекте «Катькино поле». Александр Пашков в 2019 году. 2019 год. Пашков начал с роли киллера в фильме «12 часов». Главного героя он представил в сериале «Криминальный журналист». Сейчас в работе у артиста несколько украинских фильмов, среди которых «День солнца», «Если ты меня простишь». Впереди у Александра захватывающие премьеры телефильмов «За первого встречного» и «Министерство». Елена Великанова. Биография. Елена Великанова – актриса театра и кино, получившая известность как исполнительница главных ролей в российских мелодрамах и детективах. Как правило, героини Елены – искренние и открытые девушки. Сама артистка не скрывает, что многое для своих персонажей берет из собственного характера. Хотя и не отрицает, что со временем стала более скрытной и осторожной в общении. Детство и юность режиссеры часто предлагают Елене Великановой роли провинциалок, хотя актриса родилась и выросла в Москве. Дата рождения Великановой – 5 октября 1984 года. По национальности она русская. Позднее в семье появился младший сын Алексей. Он профессионально осваивает искусство игры на гитаре, получил образование в Англии. Отец Елены получил образование в МАИ, затем был ведущим, режиссером, диджеем на радио. Мать окончила инженерный факультет, но по специальности не работает, она директор ресторана. Лене повезло с семьей, потому что и бабушки, и дедушки, и родители всегда были за дочку горой, поддерживали любое решение. Елена Великанова и ее мама, к тому же сестрой прабабушки Елены, была певица Елена Великанова. Будущая знаменитость с детства увлекалась творчеством, посещала художественную школу и музыкальную по классу фортепиано, пела в хоре. Вместе с ним побывала на гастролях во многих странах мира. Как любая девочка, Лена мечтала стать актрисой. В школе будущая артистка с удовольствием участвовала в любительских спектаклях, самооценке льстили главные роли. После выпуска Великанова решила поступать в театральный институт, поэтому подала документы сразу в 5 профильных вузов. Когда Елена объявила о своем решении родителям, те сказали: «Давай, дерзай». Юное дарование приняли в Щепкинское училище. В 2005 году Великанова успешно окончила вуз. После вручения диплома Елена Сергеевна недолго поработала в театрах «Эрмитаж» и «Сфера»,
год выступала в антрепризе, однако в штат не вошла. Актриса говорит, что обожает театр и обязательно к нему вернется. А пока творческая биография Великановой связана с кино. Личная жизнь исполнительницы мало говорит о личной жизни. В 2010 году в жизни Елены произошли изменения. Великанова вышла замуж за бизнесмена Олега. Фамилию супруга артистка держит в секрете. По словам звезды, познакомилась она с будущим мужем еще в юношеском возрасте, но только спустя время обратила на него внимание. Олег старше Елены на 2 года. Через 6 лет после знакомства между ними завязался роман. Вскоре молодые начали жить вместе. В браке родился сын Михаил. Беременность не помешала съемкам в кино. Актриса говорит, что иногда приходилось работать на площадке с малышом на руках. Семейная жизнь исполнительницы протекает счастливо. Муж и жена считают, что дети – украшение и смысл существования, поэтому не собираются останавливаться на рождении одного малыша. Миша растет творческим ребенком. Он серьезно занимается в музыкальной школе. В 2018 году Елена с сыном записала несколько песен для проекта «Час земли». Также мальчик играет в футбол, вдобавок у него желтый пояс по карате. Елена Великанова без макияжа помимо съемок в кино. Елена участвует в фотосессиях, хотя сама глянцевые журналы не читает, предпочитает классическую литературу. Великанова обожает путешествовать. Даже длительные перелеты не пугают ее, если предстоит интересная поездка. Например, в Австралию мама с сыном летели 30 часов. Фото из путешествия актриса выкладывает в собственном аккаунте в Инстаграме. По словам артистки, отпуск она в основном проводит вместе с сыном, так как Олег много работает, но иногда супружеской паре удается вылететь на отдых вдвоем. Елена Великанова – разносторонне развитый человек. Она увлекается йогой, балетом, занимается конным спортом, зимой катается на сноуборде, а в летнее время бегает по парку. Благодаря спортивной подготовке при росте 170 см вес исполнительницы не превышает 54 кг. Летнее время семья Елены проводит на даче, которую еще в советское время получил ее дедушка в поселке журналистов. Вместе с друзьями и родными она любит гулять по лесу. Компания часто выбирается на конюшню, которая находится неподалеку. Фильмы Великанова начала сниматься в кино в 2005 году. Режиссер Елена Николаева предложила артистке сыграть провинциалку Славу в фильме «Попса». По сюжету героини отправляется покорять Москву. Девушка талантлива и горда, хочет добиться популярности собственными силами. Актриса призналась, что если бы ее героиня отправилась в Голливуд, то вряд ли Великановой удалось так реалистично сыграть роль. Сама Елена Сергеевна – домашняя девочка. Показ фильма, в котором главные роли, помимо Великановой, сыграли Татьяна Васильева, Дмитрий Певцов, Лолита Милявская и Валерий Гаркалин, принес создателям $1,2 млн прибыли. Спустя время актриса попробовала силы в сериалах «Кулагин» и «Партнеры» Даша Васильева. Любительница частного сыска 4 «Я не вернусь». В мелодраме 2006 года 9 месяцев Елена Великанова примерила на себя образ медицинской сестры, сотрудницы перинатального центра. Знаменитости опять повезло с рабочей командой. Сергей Гармаш, Алексей Серебряков, Федор Бондарчук – вот звезды, с которыми сотрудничала исполнительница на этом проекте. Елена Великанова в фильме «Сван» похожая роль досталась Елене и в фильме «Он», она и о сотрудниках и пациентах онкологического хосписа. Актриса перевоплотилась в барышню начала 20-го столетия, исполнив роль Любы в многосерийной саге «Моя Причистенка». Через год последовала работа в детективной комедии «Агентство», «Алиби» об организации, сотрудники которой помогают клиентам обеспечивать себе убедительные легенды для родных, близких или друзей. Через 2 года на экраны вышел фильм «Ванечка», в котором актриса сыграла Надю. За эту роль Елена получила приз Московского фестиваля молодежного кино. И снова героиня Великановой была девушка из провинции, приехавшей поступать в столичный театральный институт. Исполнительница говорит, что малыш, сыгравший Ваню, пробудил в ней материнский инстинкт, так что на экране чувства и себя выжимать не пришлось. Помогали молодой артистке вжиться в образ и предлагаемые обстоятельствами партнеры по рабочей площадке. Андрей Панин, Сергей Баталов, Нина Русланова, Валерий Баринов, Алиса Гребенщикова. Елена Великанова в «Купальнике» в этом же году актриса промелькнула в эпизоде драмы Владимира Наумова «Джоконда на асфальте». В сериале «Если нам судьба» артистка неожиданно предстала как сотрудник правоохранительных органов, который проводит собственное расследование. 2008 год был плодотворным. Елена Великанова снялась сразу в нескольких картинах. В пародии «Самый лучший фильм» актриса притворила в жизнь главный женский образ киноленты – невесту героя Вадима Вольнова, Гарик Харламов, Настю. Несмотря на негативные отзывы критиков, в первый уикенд сумма выручки от проката кинокомедии составила 400 миллионов рублей, что стало рекордом. В этом же году исполнительница засветилась в драме «Сван», сериале «Служба доверия», детективе «Я»,
«Телохранитель». После успеха на большом экране последовала череда главных ролей в телевизионных мелодрамах. В фильме «Время счастья» партнером Елены по рабочей площадке стал Игорь Костолевский, в сериале «Долгожданная любовь» артистка предстала в образе юной студентки. Следом друг за другом вышли картины «Река моря», «220 вольт любви», «Танец горностая», «Условия контракта» с участием знаменитости Елена Великанова и Максим Ще. Голев в перерыве между съемками в российских сериалах Елена снялась в эпизодической роли в зарубежной ленте «Джек Райан». В 2015 году фильмография актрисы пополнилась работой в мелодраме «Соната для Веры», где речь пошла о семейной паре, которая решила переехать из провинциального городка в столицу. В 2016 Елена исполнила главную роль в детективе «Гражданин Никто» об оперуполномоченном Максиме Орлове, Иван Оганесян. Он вернулся к реальности после многолетней комы и узнал, что убийца, которого оперативник ловил, все еще не пойман. Великанова сыграла Машу. 2017 год принес актрисе 4 премьеры, в которых Елена исполнила главные роли «Дом у последнего фонаря», «Жених для дурочки», «Суфлер» и его продолжение «Трюфельный пес королевы Джованны». Часто во время съемок исполнительнице приходится преодолевать препятствия. В интервью артистка упоминает, что, играя большую сцену в паре с Романом Полянским в фильме «Жених для дурочки», она находилась на морозе в легкой одежде, а снимаясь в сериале «Река моря», исполнительница прыгала с корабля в открытое море при том, что она никогда не ныряла. В 2018 году на экраны вышла мелодрама «Затмение» с участием актрисы. Партнером Елены Великановой по съемочной площадке стал Андрей Борило. В фильме речь пошла о влюбленном со школьной парты в свою одноклассницу героя, чувства которого заставляют его впоследствии маниакально преследовать избранницу. Елена Великанова сейчас, в 2019 году Великанова подарила публике несколько ярких работ. Это главная роль Саши Корзухиной в фильмах «Мастер охоты на единорога», «Железный лес», «Клетка для сверчка». Все три картины созданы по детективам Анны Малышевой. Героиня Елены трудится реставратором, по совместительству помогает полиции с расследованием загадочных убийств. В серии фильмов также снялись Максим Щеголев и Дмитрий Бедерин. Сейчас актриса продолжает работать над уже известным образом, снимаясь в кинолентах «Черная месса», «Игра с тенью». Также исполнительница появится в продолжении нашумевшего проекта «257 причин, чтобы жить». В 2020 году с участием Великановой также начались съемки ленты «Так не бывает». Евгений Воловенко. Биографии. У Евгения Воловенко нет актерского образования. Однако режиссеры ведут на него настоящую охоту, и фильмография пополняется со скоростью, которой позавидовали бы обладатели дипломов театральных вузов. Отсутствие теоретических знаний исполнитель компенсирует советами старших коллег, самоанализом и наблюдательностью. Даже сейчас, став популярным и узнаваемым, он считает, что в профессии находится только в начале пути. Детство и юность. Евгений родился в апреле 1972 года в Калининграде, там же окончил школу, увлекался спортом. Интерес к театру проснулся в юном возрасте, но актером Воловенко себя не видел. На информацию о родителях и старшем брате словно наложено негласное табу. В интервью Евгений упомянул, что отец работал на тральщике, месяцами пропадал в море. Род занятий матери, как и национальная принадлежность членов семьи артиста, неизвестны. Не успев перебраться в Москву, молодой человек отправился отдавать долг родине, прослужил 2 года на флоте, а после демобилизации задумался о будущем. По словам Воловенко, процесс покорения столицы складывался хрестоматийно. Сложностей было предостаточно, пока однажды симпатичного парня с глазами зеленого цвета и ростом в 186 сантиметрах не выделила в толпе менеджер модельного агентства «Президент». Евгений Воловенко. В молодости яркая внешность Евгения была применена, что называется, по назначению в рекламе и клипах популярных исполнителей. Его фотографии украсили страницы каталогов, одежды и глянцевых журналов. Но хождение по подиуму и все, что с этим связано, Воловенко считал работой недостойной мужчины. Он помнил слова матери, что себя любить не возбраняется, но в меру. Женщина на корню пресекала восхищение соседок, отмечавших привлекательность мальчика, и заявляла, что сын ничем не выделяется на фоне ровесников. Поэтому, когда подвернулась возможность сняться в кино, Евгений не упустил шанса сменить нишу. К статусу секс-символа, присужденного ему поклонницами, актер относится с юмором. В том, что красота – это товар очень ненадежный и скоропортящийся, Воловенко убедился еще в молодости. Во время съемок ему случайно разбили лицо. Синяки и ссадины проходили медленно. И тогда исполнитель впервые задумался о том, что главное в его ремесле все-таки не внешность, а мастерство. Имеет ли тот случай отношение к появлению на лице шрама, не уточнялось.
Личная жизнь в беседах с представителями прессы тему личной жизни Воловенко не затрагивает. То ли это упущение журналистов, то ли он попросту виртуозно обходит острые углы. Только по случайно оброненной фразе о том, что его дети умеют ходить шагом разведчика, выяснилось наличие у Евгения наследников. Социальные сети, откуда традиционно публика узнает новости, актер не использует как семейный альбом, в Инстаграме, Фейсбуке и во ВКонтакте соответствующие фотодоказательства отсутствуют. Дочь Анастасия, родившаяся в первом браке, уже взрослая, окончила факультет международного права в университете Польши. С бывшей супругой Воловенко остались теплые отношения. Евгений Воловенко и его жена, нынешняя жена артиста, Диана Розовлян, родом из Украины, моложе на 18 лет, коллега по профессии, снималась в фильмах «Пес», «Последний янычар», «Сердце матери», «Внешне девушка», копия певицы Насти Каменских, а в Евгении поклонники находят сходство с Кириллом Сафоновым и Андреем Чернышовым. Воловенко с трепетом относится к местам, где провел детство. Но приезжая в Калининград, расстраивается, видя, как не в лучшую сторону меняются люди и их отношение к местной природе. Походку, не оставляющую следов, актерская семья освоила, потому что так не наносится вред лесам, морскому побережью. Вместе с друзьями Евгений участвует в благотворительных мероприятиях по сохранению национального парка Куршская коса. Все, кто полюбил это место на земле, знают, что такого не найдешь нигде, это произведение искусства от природы. Сейчас такое время, когда все привыкли только брать и ничто не дают взамен. Никому не стыдно, нет уважения, это печально. Фильмы и кинематографическая биография Воловенко – это благоприятное стечение обстоятельств, умноженное на трудолюбие и врожденный артистизм. Сниматься в кино исполнитель начал в 2004 году. Играл проходные, малозаметные роли, не удостаивавшиеся упоминания в титрах. Зато эти эпизоды дорогого стоили, ведь актер появлялся в популярных сериалах «Кулагин» и «Партнеры», «Аэропорт», «Солдаты», комедийной мелодраме «Резоги Генишвили Жара», удостоенной 7 номинаций на MTV Russia Movie Awards. Первая удача и главная роль в мелодраме «Женские истории». Зрители увидели мало знакомого, но обаятельного и яркого артиста в роли Бориса. Новых предложений от режиссеров долго ждать не пришлось. Так, в послужном списке появились боевики «Медвежья охота» и «Джокер», детективы «Паутина» и «Дикий», мелодрамы «Обручальное кольцо» и «Джамайка», сериалы «Дневник доктора Зайцевой» и «Девчонки». «Дело Батагами» — попытка российских кинематографистов привлечь в собственные проекты иностранных звезд, а заодно раскрыть пару секретов прокурорского подразделения по защите свидетелей. В боевике, помимо Евгения, задействованы Марк Дакаскос и добившийся признания в Голливуде соотечественник Игорь Жижикин. Шрам на лице Евгения Воловенко к широте жанров добавилось и разнообразие образов. Воловенко перевоплощался в непорядочного банкира в «Средстве от разлуки», в талантливого химика в «Мертвом сердце», во врача в «Поцелуй», в журналиста в «Партии для чемпионки». В мистической драме «Предчувствие» он сыграл наемного убийцу, в фильме «Лектор» — дипломата, а в «Нахалке» — любителя беззаботной жизни. Персонаж исполнителя в криминальной ленте «Подозрения» — майор ФСБ, расследующий связи организованной преступной группы с иностранной разведкой. После того, как подозреваемые начинают гибнуть один за другим, главного героя обвиняют в предательстве. Подтвердить или опровергнуть причастность офицера к сливу информации должен лучший друг. Роль человека, которым движут трусость и корысть, досталась артисту в картине «Чужая жизнь». Мужчина бросает любимую с ребенком и кучей долгов и скрывается. Женщине приходится притворяться вдовой, выдумывать истории, да еще постараться оправдать надежды земляков, не подозревающих об обмане. Евгений Воловенко и Александр Панкратов черный очередной образ правоохранителя актер примерил в фильме «Кровь с молоком». Он перевоплотился в прокурора, которому и после развода приходится присматривать за бывшей женой в лице Ольги Фадеевой, поскольку та случайно втягивается в авантюру. В 2016 году Воловенко исполнил главную мужскую роль в мелодраме «Свой чужой сын». Сыграл обеспеченного вдовца, женившегося на молодой женщине и сославшего собственного ребенка подальше за границу под предлогом учебы. Юноша развязывает тихую войну, уверенный, что мачеха обманывает главу семейства ради денег. Близка по содержанию картина «Держи меня за руку». Только на этот раз у лишившегося супруги героя Евгения на руках осталось трое детей. Чтобы справиться с беспорядком в доме, бизнесмен нанимает няню. Фильм показывает развитие взаимоотношений между этими двумя людьми с трагической судьбой. Евгений Воловенко и Екатерина Климова триллер «Тихие люди» затрагивает тему семейных ценностей, умение слышать, понимать и прощать друг друга. Здесь актер снялся в роли полицейского, жена которого, как и еще четверо человек, выиграла в лотерею. Однако деньги получит тот, кто совершит убийство. В сериале «Искушение» исполнитель превратился в отца помощника олигарха.
его сыну приходится распутывать интриги и бороться со всесильным хозяином за сердце одной и той же девушки. Состоятельного человека, для которого нет преград, артист сыграл в ленте «Тренер». По сюжету герой Евгения, обладающий полезными связями, обещает уволенному спортивному наставнику возвращение на работу, если тот подготовит к марафону дочь. В центре повествования рокового СМС – любовный треугольник персонажей Воловенко, Эльвиры Болговой и Николая Иванова. Артистам для придания необходимого характера своим героям пришлось пойти на некоторые жертвы. Евгений брал уроки игры на виолончели и худо-бедно извлекал из инструмента звуки. А Эльвира, пусть и на небольшой высоте, отважилась без страховочного троса пробежаться по перилам балкона. Евгений Воловенко сейчас, в 2016 году состоялась премьера драмы «По законам военного времени», и на актера, сыгравшего юриста Ивана Рокотова, обрушилась безмерная любовь зрителей. В каст первого для него исторического фильма он попал со второй попытки. На пробы исполнитель приехал прямо с самолета, и съемка получилась скомканной. Но Воловенко фаталист. Он верил, что обойдет еще 4 претендентов на роль. Надежды оправдались. Образ военного прокурора, влюбленного в героиню Екатерины Климовой, артист считает самым главным в карьере. В 2020-м на экраны вышел 4-й сезон картины. В первом у героев завязался роман, во втором они сыграли свадьбу и в силу обстоятельств расстались. Через 3 года встречаются уже многое понявшие и переоценившие, но по-прежнему любящие друг друга люди. В продолжении фильма действие разворачивается в мирное время под Кёнигсбергом, практически на родине Воловенко. Кроме того, артист исполнил роль второго плана в детективном триллере «Тайна последней главы» о девушке, вокруг которой совершаются убийства в точном соответствии с книгой, которую она переводит. В актерский ансамбль вошли Александра Никифорова и Константин Соловьев, с которым Воловенко работал над сериалом «Не пара». В украинском проекте «Чужие дети» Евгений и Марина Волкова сыграли бездетную супружескую пару, решившую прибегнуть к суррогатному материнству. Вот только матерей оказывается 2, и ребенка героини Алины Ланины биологические родители забирать отказываются. Марина Волкова, биография, информация, личная жизнь, фото Марина Волкова. Марина Дмитриевна Волкова родилась 7 августа 1992 года в Москве. Российская актриса театра и кино. Марина Волкова родилась 7 августа 1992 года в Москве. Как рассказывала Марина, в детстве она была очень эмоциональным и экспрессивным ребенком, в связи с чем ее родителям было сложно справиться с ее неугомонным характером. Тем не менее, они меня всегда и во всем поддерживали, Марину. В течение 11 лет она занималась художественной и спортивной гимнастикой, акробатикой. Также увлекалась танцами, джаз, джаз-модерн, русские народные, восточные. Освоила игру на гитаре. Неплохо поет. В 2013 году окончила ТИИМ Щукина по специальности актер драматического театра и кино, курс П. Е. Любимцева. Дипломные спектакли «Бек М. Булгаков», «Серафима», «Друзья сочинителя», «Лизонька», «Прощание в июне», «Авампилов», «Маша», «Сашка в Кондратии в тоне». С 2009 года начала сниматься в кино, дебютировав в картине «Танго с ангелом». Первую главную роль исполнила в 2014 году в мелодраме «Куда уходит любовь». Она сыграла Машу, которая является любовницей отца своего жениха. Марина Волкова в сериале «Куда уходит любовь». Марина Волкова «Куда уходит любовь». Широкую известность ей принесла роль Татьяны Тихоновой в криминальном фильме «Свет и тень маяка». Она сыграла дочь главаря банды контрабандистов. Ее героиня – студентка университета, милая и добрая девушка. Она совершенно не в курсе темных дел своего отца и знает только его светлую сторону. На долю героини выпадет множество серьезных испытаний: зависть подруги, ревность отвергнутого поклонника, угрозы бандитов. Экранного отца Марины сыграл Владимир Стеклов. О работе с мэтром на съемочной площадке сериала «Свет и тень маяка» Волкова рассказывала: «С Владимиром Александровичем очень легко и приятно. Мы с ним часто разговариваем, он меня учит. На съемочной площадке он действительно стал мне отцом». Марина Волкова в сериале «Свет и тень маяка». Марина Волкова «Свет и тень маяка» позже исполнила роли в лентах «Другой майор Соколов», «Катя Смирнова», «Дневник свекрови», «Марьяна», «Василиса», «Таня», «Лесник», «Своя земля», «Настя консультант 2», «Аня Тишкова», «Ныряльщица за жемчугом», «Лиза» и другие. Рост Марины Волковой – 171 сантиметр. Личная жизнь Марины Волковой – не замужем. Сергей Векслер. Биография. Сергей Векслер – украинский и российский актер театра и кино. До начала 2000-х артист был больше известен в театральных кругах. Причем Сергей работал на сцене и как актер, и как режиссер по пластике.
но потом случился стремительный прорыв в кинематографе, и сегодня уже сложно найти зрителя на постсоветском пространстве, которому не был бы известен этот талантливый человек. Детство и юность. Сергей Мейлихович Векслер родился в украинском городе Винница в спортивной семье в мае 1961 года. Звучная фамилия всегда вызывала вопросы о национальности Сергея Мейлиховича. И поклонники, и недоброжелатели предполагают, что артист – еврей, но он не высказывался по этому поводу и не комментировал предположения. Сергей Векслер на рыбалке. Родители будущего актера были мастерами спорта по гимнастике. Сам Сергей сначала занимался сразу несколькими видами спорта. Плавал, увлекался греблей и художественной гимнастикой, но приоритет отдал дзюдо. Здесь Сергей Векслер достиг немалых успехов, мужчина, кандидат в мастера спорта. Все изменилось в 8 классе, когда Сергей впервые посетил театральную студию. После первого выхода на сцену Векслер понял, что обязательно сюда вернется. Сергей Векслер в молодости так и случилось. Теперь душа парня разрывалась между дзюдо и театром. Ирония судьбы, но искусство победило силовой вид спорта. Окончив школу, Сергей Векслер отправился поступать в театральный вуз. После провала не отчаялся, а попробовал постучаться в те же двери повторно. Так повторялось 3 раза, с перерывом на службу в армии, а в 1982 году Векслер стал студентом легендарной школы-студии МХАТ, учился актерскому мастерству под чутким руководством Олега Ефремова и Андрея Мягкова. Его однокурсниками были Никита Высоцкий, Наталья Негода. На первых курсах с ним учились Александр Лазарев, младший – Владимир Машков. Театр в 1986 году, сразу после окончания театрального вуза, Сергей Векслер начал службу в МХАТе имени А.П. Чехова. На эту сцену молодой человек выходил на протяжении 4 лет. Потом стал вольным художником и сегодня сотрудничает со многими столичными театрами. Лариса Гузеева и Сергей Векслер в спектакле «Клара. Деньги и любовь» московские театралы наблюдали за игрой молодого актера на подмостках театрального агентства «Бал-АСТ» и театра Романа Витюка. В 1995 году Сергей Векслер сам стал режиссером и поставил в этом качестве популярный спектакль «Арена», в котором отвел себе роль Орландо. Во многих театрах Векслер трудится в роли режиссера по пластике, успевая появляться на сцене. У Виктюка Сергей Мейлихович сыграл Тизея в «Федоре» и «Недотыкомку» в «Мелком бесе». Фильм и кинематографическая биография Сергея Векслера началась еще в 1986 году. В фильме «Ягуар» молодой артист сыграл главного героя. Первое время актер не отказывался от ролей с большим количеством трюков, что чуть не стоило ему жизни. Судьба человека. Сергей Векслер в начале 90-х. Сергей пережил страшную травму, которая могла сделать его навсегда инвалидом. Во время съемок фильма, чтобы выжить, его практически переехал грузовик. Потребовалась длительная реабилитация. К работе артист приступил только спустя 1/2 года. Об этом Векслер позднее рассказал в эфире проекта Бориса Корчевникова «Судьба человека». Первым рейтинговым проектом, в котором Векслеру доверили роль чеченца Гюрзы, был фильм «Мужская работа». Он вышел в 2001 и оказался одним из наиболее ярких событий в отечественном кинематографе того года. «Мужская работа» стала тем трамплином, после которого актер из Винницы начал стремительное восхождение на киноолимп. Его приглашали чуть ли не во все рейтинговые сериалы. Второй сезон «Каменской», «Дальнобойщики», «Тайга» и «Антикиллер». Поклонники полагают, что мужчина регулярно получает роли военных и полицейских, а также наоборот, преступников как из-за установившегося амплуа и актерского таланта, так и благодаря физической подготовке. Хотя он и не отличается выдающимися параметрами, рост Векслера – 175 см при весе не менее 85 кг. Зато, по словам актера, до начала работы в кино работал тренером по борьбе, а также на сегодня является не только кандидатом в мастера спорта по дзюдо. Векслер стал практикующим мастером черного пояса 2-го дана кёкусин будокай карате. В 2015 году артист появился в нетипичном для себя жанре, присоединился к съемкам популярного ситкома «Кухня». В комедийном сериале Сергей Векслер исполнил роль олигарха Андрея Николаевича Дягилева. В этой роли актер появился в 5-м и 6-м сезонах сериала. По сюжету его персонаж – отец Никиты, Филипп Бледный, официанта ресторана «Виктор», входящего в число главных героев. В 2017 году Сергей Векслер вернулся к роли Андрея Дягилева в 2-м сезоне ситкома «Отель Элеон». Новый сериал, спин-офф и одновременно продолжение закончившегося сериала «Кухня». Личная жизнь. Будучи выпускником театрального вуза, Сергей испытал первое яркое чувство – влюбился без памяти в Ирину Апексимову, студентку-первокурсницу. Парень с особым трепетом ухаживал за избранницей, но роман не перерос в серьезное отношение. Актеры расстались друзьями и сегодня дружат с семьями. Сергей Векслер и Ирина Апексимова. С будущей женой Сергей Векслер познакомился случайно. Они встретились на вечеринке у общих друзей зимой 1991 года. Парень сразу заприметил красавицу-балерину Юлию Садовскую. К
Как оказалось, она была не свободна, но актера это обстоятельство совсем не смутило и не остановило. Через полгода девушка поняла, что лучше, чем он, на свете не найти. Сергей Векслер и его семья в ноябре 1994 года пару расписали в одном из ЗАГСов столицы, а через несколько месяцев на свет появился их первенец Илья. Из артиста получился замечательный отец, о котором мечтают все дети. Вместе с сыном он занимался спортом, ходил на рыбалку с ночевкой и на собственном примере демонстрировал преимущества здорового образа жизни. В юности Илья успел сделать первые шаги в кинематографе. Сегодня личная жизнь Сергея – это любимая супруга Юлия Векслер и сын Илья. Их по праву считают одной из самых крепких пар отечественного кинематографа. При этом актер крайне сдержан в общении с поклонниками, фото его семьи редко встретишь в Инстаграме. Сергей Векслер сейчас после небольшого перерыва в фильмографии Векслера в 2019 году с его участием на экраны вышли картины «Как долго я тебя ждала» и «Не смей мне говорить прощай». Сергей Векслер в театре в 2019 году – это украинские проекты, исполнитель не забывает свою родину и часто работает с украинскими кинематографистами. Сейчас Сергей снимается в фильмах «Я жив» и «Чужая стая». Александр Мохов. Биография. Александр Анатольевич Мохов появился на свет 22 июня 1963 года в Вологодской области в семье строителей. В 1995 году получил звание заслуженного артиста России. Родители Александра Мохова занимались строительством Волго-Балтийского канала, потом перебрались в Дальневосточный регион. В городе Шимановске окончил школу номер 176. Актер с нежностью вспоминает свое детство, которое провел вместе со старшими братьями-близнецами. Актер Александр Мохов, отец, постоянно прививал детям любовь к труду. Они помогали с работой в огороде, кололи дрова. А вот дисциплинированным себя Мохов назвать не может, так как он регулярно хулиганил в школе. Точные науки не нравились творческому человеку. В 15 лет Александр принимает решение, которое круто изменило жизнь. Не окончив школу, молодой человек перебрался в Иркутск ради поступления в театральное училище. Несмотря на юный возраст, талант Мохова заметили. В 1982 году завершает обучение в Иркутском театральном училище и начинает участвовать в постановках Южно-Сахалинского театра. Вскоре артист вступает в ряды советской армии. После демобилизации он возвращается на театральные подмостки. Снова его ожидает новый виток судьбы, который начался с отпуска в Москве. На встрече с друзьями Мохов услышал о наборе в ГИТИС, испытания были пройдены с успехом. Александра приняли на 3 курса в мастерскую Олега Табакова. После окончания вуза наставник приглашает в труппу своего московского театра-студии. Александр Мохов, позже Табаков, рассказывал о своем ученике следующее: Саша Мохов из Приморского края. Он человек пытливый, авантюрный. Он из тех, кто мог бы бежать в Америку. Он знает жизнь не понаслышке, он одарен разносторонне. Единственный, кто может ему помешать, это он сам. Он иногда сильно погоняет лошадь, на которой скачет, а лошадь судьбы очень капризна. У него внятные мужские проявления на сцене, редкий дар. Он бывает трогательно забавен. Он хорошо работает в школе со студентами. Словом, у него все впереди. В творческой биографии Мохова присутствуют постановки в МХТ им. Чехова и Александринском театре Санкт-Петербурга. Фильм и кинокарьера развивалась у Александра не так стремительно, как могла бы. И виной тому была универсальность актера. Он мог быть смешным, трагичным, серьезным, мудрым. Мохова сложно было отнести к категории комедийных или драматических артистов. Но требовалось выбрать одно направление. Все встало на свои места, когда он сыграл в 1989 году в фильме «Беспредел». Случился перелом в карьере. Мохова стали часто приглашать на пробы и давать роли в кино. Александр Мохов в фильме «Беспредел». Фильмография актера разнообразна. Но полюбились поклонникам таланта Александра Анатольевича его образы из «Серых волков», «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина», «Сибирского цирюльника», «Мужской работы», «Смерти Таирова», «Утомленных солнцем 2» и «Есенина». Каждый раз он не просто играет написанную для него роль, а проживает ее. Александр Мохов в фильме «Серые волки» Мохов снимается и участвует в театральных постановках, а также нашел себя в качестве режиссера. Дебют на этом поприще состоялся в 2006 году. Первой работой стал детектив «Алмазы на десерт». В творческой копилке режиссера Мохова уже более 10 работ, в том числе документальный фильм об учителе Олег Табаков. «Зажигающие звезды» стали популярными снятые им сериалы «Пока станица спит» и «Последний янычар». Александр Мохов в сериале «Пока станица спит» пробовал себя Александр и в роли телеведущего. В течение 4 лет вел программу «Сельский час».
Артиста часто приглашают в качестве гостя в телепередачи, в том числе в «Цирк со звездами» и «День с Бадюком». Театральная карьера занимает большую часть жизни Мохова. Сейчас он выступает на помосте в роли артиста, учителя для молодых дарований. «Надо выбирать роли, не кидаться ролями, а именно выбирать», заявил в одном из интервью Александр Мохов. Личная жизнь актера не скрыта от общественности. Впервые вступил в брак Мохов в 1985 году еще во время учебы в ГИТИСе. Его женой стала Татьяна. Познакомились молодые в Хабаровске. Спустя год в их семье появился сын Семен. Через 18 лет Мохов расстается с супругой из-за новой возлюбленной, Дарьи Калмыковой. Избранница оказалась на 20 лет моложе Александра. Но это не испугало их. В 2003 году в новой семье родился мальчик Макар. 10 лет длился этот брак, но ему не суждено было стать последним. Александр Мохов и Дарья Калмыкова. На горизонте появилась молодая девушка, вскружившая голову уже не юному Мохову. Встреча с третьей женой Ириной Огородник произошла в 2015 году на съемочной площадке сериала «Последний янычар», режиссером которого выступал Александр Анатольевич. 23-летняя актриса и певица в одном лице помогала во время проб участникам ленты. В то время он еще был женат на Калмыковой, но их отношения уже сложно было назвать семейными, больше дружескими. К тому же у супруги появился новый возлюбленный. О своей новой жене Александр отзывается как о талантливой артистке, трудолюбивой и не избалованной девушке. Спустя год в новой семье появился на свет сын Матвей. Разводы никак не отразились на общении Мохова с детьми. Да и с бывшими женами у него налажены дружеские связи. Александр Мохов сейчас в настоящее время Александр Мохов старается больше времени уделять молодой жене и маленькому сыну. Счастливая семья часто публикует совместные фото, а актер признается, что когда на свет появились старшие дети, был больше озабочен карьерой, а не семейной жизнью и воспитанием подрастающего поколения. В творческой деятельности все идет своим чередом. Сейчас Мохов продолжает сниматься в третьей части сериала «Тайный город», где играет роль Корнилова. Не оставил Александр Анатольевич и театральные подмостки. В Московском театре-студии «Эр» Олега Табакова он участвует в психологическом этюде искусства. Отзывы о сериале, сама задумка и сценарий, может быть, еще был бы и неплохи в другом случае, но тут режиссер снял все слишком наивно. Актеры тоже не айс, играют так себе. Мне не понравился в итоге сериал излишней наивностью. Ну и такие недочеты, как, к примеру, приходят все посторонние люди в дом сразу, даже не позвонив в звонок, хотя предварительно показывали ситуацию, что даже хозяйка дома, забыв ключи, не смогла попасть не то чтобы в дом, а даже во двор, потому что там домофон и система охраны. Ну как-то уж режиссер бы определился, все-таки проходной двор там или все-таки закрыто все. Или еще такой киноляп, когда, например, незнакомая дама взяла в руки телефон незнакомого ей человека. Уж молчу про то, как ловко она вытащила телефон из кармана, так не каждый умудренный опытом щипач сумеет. Обычному обывателю это 100% не под силу, по крайней мере вот так, как в кино показано. Это прям волшебство Амаяка Акопяна не иначе режиссер изобразил. Ну так вот и в чужом телефоне. Вдруг прозрела и даже расшифровала сразу же, кто там под чужим именем записали. Ну точно прям магия. И подобных киноляпов, непродуманных режиссером, много. Всем доброго времени суток. Сегодня посмотрела сериал «Чужие дети». От просмотра осталась я довольна. Сериал состоит из 4 серий, продолжительностью каждая 50 минут. Жанр – мелодрама. Сериал смотрится с легкостью. Хоть и присутствует в нем наивность, ведь такое мало где бывает. Речь в сериале пойдет о семье, где глава семьи прогорает с бизнесом и попадает на большие деньги. И готов от всего этого лезть в петлю. Жена готова спасти свою семью и идет на жертвы, чтобы выносить и родить чужой семье ребенка. Но как сложится их судьба после всего этого? Ведь в главной героине есть подруга, что и врагов не нужно. Лучше уж совсем одной быть, чем такую подругу иметь, которая всеми способами кидает разные подлянки. И ведь правду говорят, что чужих детей не бывает, и ситуация в сериале нам это показывает. Но сколько же ей бедной выпадает испытаний судьбой. Актеры свои роли играют хорошо. Сериал хоть и предсказуем, но интересный, к просмотру рекомендую. Приветствую читателей сайта Обзовик. Отзыв о очередном украинском сериале «Чужие дети», 2020, производство от Киевтелефильм. Премьера его состоялась 2 мая 2020 года на ТРК «Украина». Жанр заявленный — мелодрама. Хронометраж 4 серии по 45 минут. Итог — 3 часа бытовых дел под эту сказку. Режиссер данной истории — Конисевич Виктор. Фильм «Штамп в паспорте», 2019. Авторы сценария — женский дуэт Худалей Кира
сериал «Ее мужчины» 2019 и Гусева Ася музыкальное сопровождение в адекватном формате. Вроде все по делу, актерский состав достаточно известный, мне понравился кастинг, все дуэты гармонировали. В главной роли Ланина Алина мне нравится эта актриса. Все у нее так легко и просто, без наигранности. Пашков Александр, сериал «Соленая карамель» 2019, как всегда в своем репертуаре, здесь у него роль Альфонса. Но хорошо убедительно, таких как его герой сейчас, увы, доминанта прям. Великанова Елена роль у нее хабальная, но при этом прям хорошо она донесла суть своей героини. Евгений Воловенко его герой прототип спасателя Малибу и благородного человека. Волкова Марина ее героиня трендовая дама с замашками. О чем сюжет? Сейчас активно все сериалы затрагивают тему суррогатного материнства. Конечно, это циркумфлекс, палка о двух концах, да и понятно. Даже в нашей провинции открыли центр суррогатного материнства, везде можно встретить флаеры, об этом все так просто. Но это ведь даже не донорство крови, а целая новая жизнь. В данном сериале как раз показали несколько сторон данной темы. Конечно, тут как у Золушки. В жизни все чаще иначе. Отношение к этому методу у всех однозначно разное, и это правильно. Я не могу сказать, что я негативщик. Хорошо, конечно, что есть такая возможность для тех, кто действительно по медицинским показаниям не может, а хочет. Те же Алкины, Галкины, Киркоровы и так далее. Страшно здесь, что это все обернут просто в бизнес. И не более того. Вот от этого очень даже мутит меня. Динамика в сериале есть, все, конечно, предсказуемо и очевидно. Но наблюдать было интересно. Много линий открыли, провели аналогию между женщинами, мужчинами. Мы однозначно все из разного теста, и это очень хорошо. Только не у всех правильное тесто, у многих оно явно с растительными жирами, эмульгаторами и дезодораторами. Короче, есть и вкусные персонажи, и просто тошнота. Мораль нужная о семье, о добре и долге, материнском чувстве. Финал, конечно, сказочный и предсказуемый, но при этом справедливый. Мое резюме, данный сериал однозначно только для фонового просмотра и не более того, есть мораль. Сериал, как всегда, смотрела во время бытовых дел, глаз не дергался, просто меня восхищают женщины-семиделки и заряжают работоспособностью. А вот силиконовые швабры, конечно, сильно разрушают мозг. К счастью, здесь все было в балансе. Мелодрама получилась легкая ДЛ просмотра, поэтому оцениваю на 4 звезды Т. К теме и правда актуальная, и рекомендую только любительницам подобного жанра, фанатам актерского состава и для фонового просмотра. Всем остальным однозначно мимо. Спасибо за внимание. Хороших вам просмотров. Сериал «Чужие дети» 2020 года – это сериал выходного дня, который смотрится почти как фон. Про распространенную тему – суррогатное материнство. Когда ради денег женщина идет на такое, вынашивает чужим людям ребенка. Кто-то это делает за большие деньги, ради того, чтобы разбогатеть, но не наша главная героиня. Ей надо спасать своего непутевого мужа, отдавать долг за него. Но она, конечно, это могла и не делать. Но подвернулся случай, да и муж действительно непутевый. А еще у них есть ребенок, ему тоже нужны папа и мама. В сериале есть такая подруга, что врагов не нужно иметь. Она тоже хочет денег, только ради денег. Так и получаются две суррогатные мамы. Тут, как и во многих сериалах, жена стерва. Ей те дети и не нужны, тем более двое. Муж хороший, добрый, но многого не видит. В главной роли слишком молодая актриса, по моему мнению, Ланина Алина. В главных мужских ролях Пашков Александр и Воловенко Евгений. Вот последнего актера и не знала ранее, сыграл вроде хорошо. Серий немного, сюжет динамичный, но предсказуемый. Про любовь, предательство, измены, все как всегда. На один раз сойдет. Здравствуйте, все от завещания. Сегодня отзыв об еще одной новой мелодраме, сериале «Чужие дети». Фильм украинский, продолжительность 3 с немногим часика. Посмотреть можно разок, и похуже смотрели. Тема затронута серьезная, не новая и очень актуальная в наши дни. Тема суррогатного материнства очень спорная и имеет разные мнения. Правильно ли это или нет? Даже не знаю до сих пор, как отношусь к этому вопросу. С одной стороны, ведь это несчастье, когда Бог не дал тебе детей. И люди тратят огромные средства, чтобы их мечта сбылась, и в их доме тоже раздавался детский смех. С другой стороны, не понимаю, как суррогатная мамаша, носившая под своим сердцем малышика, может его отдать. Ведь она была с ним все эти 9 месяцев. Многие делают это ради денег, которых нет. Наша героиня ради спасения своего непутевого муженька, который опять повесил на нее все свои долги. Конечно, это большая жертва и ответственность. Но у них уже есть ребенок, и как он останется без отца, с которым за долги может произойти что угодно. Главную героиню играет молодая, но талантливая актриса Алина Ланина. Неплохо, мне понравилось.
И вообще, актеры хорошо справились со своими ролями. И Александр Пашков, и Елена Великанова, достаточно известные, на телеэкранах часто светятся. Сюжет предсказуем и просто сказочный финал нас ждет. Но меня он порадовал, конечно. И музыкальное сопровождение в тему. Фильм о жизни и любви, о предательстве и настоящей доброте. Может и много наивного и нереального, но посмотреть один раз можно. Конечно, и ляпов хватает тоже. Ясно, что не шедевр совсем. Хотя, тема затронута жизненная. И название «Чужие дети» за сердце берет. Могу посоветовать, любителям мелодрам понравится на четверочку, а остальные могут пропустить данный небольшой сериал. В нем всего 4 серии. Всем спасибо за внимание. Всем привет. Опять я на выходных посмотрела отечественный сериал, и снова меня постигло разочарование. Это типа мелодрама, но некоторые сцены вызывают смех, кажется, что это комедия. Сюжет жила-была Даша, и все у нее было хорошо и ладно, но до поры до времени. Пока муж не сделал ей большую подставу, навесил на женщину кучу долгов. Теперь Дарье придется во всем этом разбираться. Актерский состав, кстати, не так и плох, есть тут несколько популярных актеров, но положа руку на душу, некоторые из них запороли весь сериал. Начнем с главной героини Даши, в исполнении Алины Ланиной. Вот она такая нудная и скучная, бедная овечка, которую вот ни разу не жалко. Ланина, по-моему, постоянно играет таких несчастных героинь. Внешне она, конечно, очень миловидная и привлекательная, но нет в ней огня и задора, тошнотная до ужаса. Смотришь ее на игру и невольно пробивает на зевоту, я чуть не уснула, пока на экране мелькала Алина Ланина. Я люблю, когда в сериале играют детки и зачастую они очень талантливые. Но это явно не тот случай, мальчика Мишу сыграл юный актер Владислав Романиченко. Это ни в какие ворота, я понимаю, что он ребенок, но надо же режиссерам хоть немного понимать, кого брать на такие роли. Извини, Владик, но актерская стезя явно не твой конек. Зато меня порадовала Елена Великанова, до этого я не сильно симпатизировала этой актрисе. Но вот с ролью Маши она справилась очень даже ничего, по крайней мере за ней было интересно наблюдать. Ну и хочу отметить игру Александра Пашкова, сыграно очень неплохо. Плохо. Я привыкла его видеть в образе эдакого няшки, но тут он негативный персонаж. И скажем честно, я посмотрела на актера совсем с другой стороны, оказывается ему по силам играть и роли отъявленных негодяев и подонков. Теперь что касается самого сюжета, в сериале куча ляпов, ну просто ляп на ляпе. Мне интересно, когда этот сериал монтировали, это делали с закрытыми глазами. Или не стали заморачиваться и подумали, что и так сойдет, пипл захавает. Иногда мне даже смеяться хотелось, до чего сколько нелепости и несуразности, и все это видно невооруженным взглядом. Я не придирчивый критик, я обычный зритель, но даже им не видно, что это плохо. Одним из достоинств сериалов является количество серий. Всего лишь 4, правда, я бы и вовсе эту историю уложила в 2 серии. Но согласитесь, 4 это не 24. Хоть за это спасибо режиссеру, пожалел мои глаза и уши. В целом, сериал я бы не советовала к просмотру. Разве что фоном и то, можно сериальчик и поинтереснее найти. Очередная мыльная опера, которую можно порекомендовать для просмотра в свободное время дождливым осенним вечером. Много здесь шаблонов и много штампов, звездочка-простушка, дурочка, на которую сваливается море проблем, а принц на Мерседесе ее спасает, звездочка-бездарная актриса, живущая в качестве содержанки у Папика, звездочка-муж-алкаш с кучей проблем и желанием погулять и выпить, звездочка-суррогатное материнство. Тема рассмотрена со всех аспектов, которые могут возникнуть при заключении контракта, звездочка-заклятая подруга, помогающая там, где ее не просят, звездочка-лишение родительских прав. Это еще не все моменты, что вошли в мелодраму объемом 4 серии по 45 минут. Впрочем, для чего мы смотрим сериалы, если заранее знаем об их шаблонности и предсказуемости? Вопрос, конечно, риторический. Именно потому и смотрим, что очень хочется верить в счастливую сказку и хэппи-энд. Хочется смотреть, когда у людей все хорошо и красиво. Поиски решения проблем в таких настоящих, добрых сериалах добавляют уверенности в завтрашнем дне и мотивируют на позитивный жизненный настрой. К тому же, в нерадивых мужьях и заклятых подругах мы узнаем своих знакомых, и знакомых своих знакомых. В общем, невольно сравниваем со своим дальним и ближним, что хуже, окружением. Вспоминается притча о лягушке, упавшей в молоко. Она очень хотела выбраться из этого молока, поэтому сильно барахталась. Из молока лягушка взбила масло и тем самым спаслась. Так и в данном сериале. Провинциальная девушка Дарья никогда не унывает и никому не жалуется на горести и невзгоды своей семьи.
С энтузиазмом она берется за решение всех проблем, не только своих, но и чужих. Отсюда и счастье в итоге заработанное, своими руками сделанное. Даже второстепенный герой, бизнесмен Виктор, в итоге говорит поучительную фразу о том, что надо работать, чтобы чего-то достичь. Само счастье в руки к лентяям и бездельникам не идет. Очень удачный актерский состав. Главная героиня, Алена, или Алина, Ланина, знакомая мне, например, по ночному ситкому Саша, Таня, даже чисто внешне привлекает внимание. Она словно изнутри светится. Ощущение, что не роль играет, а живет в этом мире только с добрыми помыслами. Отдельной строчки заслуживает и псевдоактриса, жена нашего богатенького принца. Из разряда, чтобы сыграть отсутствие актерского таланта, надо иметь этот самый актерский талант. Весь сериал я провела с улыбкой на лице, настолько мне приятно было следить за бескрайней добротой и хозяйственной неутомимостью Даши. Истинное удовлетворение получала в тот момент, когда получали отпор и псевдоактриса, и псевдоподруга, и даже инфантильный муженек. Больше всего мне понравился тот факт, что Дарья не выглядит здесь Золушкой или слабоумной, как иногда изображают главных героинь, аж бесит. Думаю, мой пламенный отзыв побудил вас добавить данный сериал в закладки и посмотреть на досуге. Сегодня я посмотрела украинский телесериал под названием «Чужие дети». Если вы любите фильмы о семье, о проблемах с детьми, о добре и долге, то вам стоит посмотреть это кино. Сюжет вполне известный и несколько предсказуемый. Но посмотреть фильм стоит любителям мелодрам. По сюжету пекарь Даша живет с мужем и сыном в частном доме, в неблагополучных условиях. Муж попал на деньги от неудачной сделки. Даша находит очень необычный способ, чтобы расплатиться с долгами мужа. Она становится суррогатной матерью для обеспеченной семьи. Такое интересное начало у этого кинофильма. А далее зрителей ожидает история, полная предательств, интриг, семейных проблем. Действие данного мини-сериала развивается неспешно. Длится оно чуть меньше 3,5 часов. События происходят поочередно. Время беременности героинь показано несколькими сценами по сюжету, не затянуто. Актеры подобраны здесь достаточно хорошо. Роль Даши исполнила приятная и милая актриса Алина Панина. Играет тепло и реалистично, спокойно. Роль ее муха сыграл Александр Пашков, тоже достаточно профессионально. Роль Маши, подруги главной героини, исполняет Елена Великанова. Евгений Воловенко сыграл Бориса, такого мнительного и чрезмерно интеллигентного героя. Сериал снимается в частном доме, в особняке, в квартире, в пекарне, на улицах города, на съемочной площадке. Персонажи здесь одеты и причесаны соответственно возрасту, социальному положению, характеру их профессии. Очень приятное впечатление оставляет присутствие детей во многих кадрах. Ведь сюжет крутится именно вокруг истории про детей, которые родились после ЭКО, темы детей, семьи, здоровых отношений в семье близки и понятны многим зрителям. Поэтому сериал найдет своих поклонников. Для меня эта история стала довольно хорошим времяпровидением. Спокойная игра актеров, интересный сюжет, испытания для героев, благополучное окончание мелодрамы попали под мое настроение. Поэтому рекомендую данное кино для внимания любителям мелодрам с участием детей. Такое кино понравится больше женской аудитории. Желаю вам приятного и доброго просмотра, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья и читатели. Свекровь уехала еще 2 недели назад, а мой мозг до сих пор очищается от сериалов. Но один лежал у меня в черновиках, поэтому все же не могу не написать о нем. Сюжет, как обычно, очень драматично-трагический. Даже слишком обманутая успешная и любимая жена в один момент узнает не только об измене и предательстве мужа с ее подругой, но и о их смерти. Начинается новая жизнь с долгами и без мужа. Но главный выбор стоял принять ли чужого ребенка от ее мужа и его любовницы. Сложный выбор она сделала, не во благо своей карьеры. Сериал развивается довольно быстро, главная героиня даже относительно средне играет. На протяжении жизни у них с приемным сыном возникают трудности, которые они преодолевают вместе, даже родная бабушка стала испытанием в их семейных отношениях. Мальчишка играл бездарно, особых эмоций не вкладывал, это вам не Капернаум, слез и жалость не вызывает, родная бабушка тоже не очень, особенно в нетрезвом виде, слишком неправдоподобно. В общем, избитый сюжет российских сериалов, обросший дополнительными трудностями для героини. Не рекомендовать не могу. Опять же, целевая аудитория таких, в виде моей свекрови, была довольная всем, в отличие от меня, говорит, что я просто придираюсь. А я просто больше не буду смотреть такое, чтобы не писать негативные отзывы на данные фильмы, каждому свое, и я вернулась к своим любимым фильмам. Но фоном только если включить. Досмотрела только что этот сериал. Хорошо, что в нем всего 4 серии, не растянули, а то и так уже становилось скучно. Финал бы предсказуем с самого начала, поэтому никакой интриги в сериале не было. Да еще и такие странные наивности.
То так у них забор на замке, что даже сама хозяйка, забыв ключи, попасть не может, а то там все кому не лень сразу в дом заходят без звонка. Это как понимать? Или еще, к примеру, одна дама взяла чужой телефон и сразу прям вот угадала, кто там зашифрован под этим номером, не зная ни владельца телефона, ни имени отправителя. Ну бред такой, конечно. Слишком наивно все. Актеры все посредственно играют. Мне не очень понравилось, кто-то совсем бездарно, кто-то слишком блаженно. Ну и сам сюжет тоже оставляет желать лучшего. В общем, так себе сериальчик низкопробный. Владимир Каневец, актер театра и кино, танцовщик, ударник. Поделиться, в сельском хулиганском детстве Вова небрежно учился, воровал клубнику и заглядывал по окнам, попадал в драки. Его воспитали старшие братья, мать и улица. Был маленьким лентяй, и вместе с тем был лидером, романтиком и просто чудо-мальчиком. Во время учебы актер смерил кучу комических амплуа, даже сейчас ему приходится сдерживаться, чтобы не смешить журналиста. Каневец – актер незаурядной харизмы, хотя в театре ему еще долго придется искать себя и своих персонажей, которые едва балансируют на грани зрелищного юморка и тонкого психологизма. В 2004-2005 году актер Киевского молодого театра. В 2005-2011 году актер Киевского театра «Свободная сцена». С 2011 года актер Киевского академического театра драмы и комедии «На левом берегу Днепра». В 10 классе девочка заявила маме: «Еду в Москву поступать на актерский факультет в лучший театральный вуз мира, школу-студию им, Немировича Данченко Примхат, и все. Не спорьте и не противоречьте мне. Я еду». Конечно, это для родителей было как гром среди ясного неба. Но мама знала, что с самого первого класса Таню в школе называли наша актриса, ведь все вечера и концерты вела именно она. Ходила в кружок художественного слова во Дворце пионеров и кружок танцев в Дом ученых. Мама Татьяны Шелиги не искалечила мечту дочери, а поддержала ее. Когда ее после поступления спрашивали, сколько вы заплатили, она гордо отвечала: «Да что вы говорите». Татьяна даже не знала, в какую сторону открывается дверь школы-студии МХАТ. Это и в прямом, и в переносном значении слов было правдой. «Я дергала дверь не в ту сторону. Олег Табаков, проходящий мимо, сказал: девочка, чтобы сюда поступить, толкайте дверь в другую сторону. Благословил», — вспоминает Татьяна Леонардовна. Первую свою роль она сыграла на втором курсе. Это была роль Капочки в спектакле «Праздничный сон до обеда» из трилогии о Бальзаминове, Островского в постановке народного артиста СССР «Я» Станицеина. Художественным руководителем курса был профессор Манюков. Он, по мнению актрисы, входил в десятку лучших педагогов мира по актерскому мастерству. «После учебы и первых фильмов в Москве я целых 23 года по приглашению работала в Севастополе, в Русском драматическом театре им. Луначарского, а потом 15 лет по приглашению режиссера М.Ю. Резниковича в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки в Киеве, где и получила звание заслуженной артистки Украины», рассказывает актриса. В 1995-2010 года была актрисой Национального академического театра русской драмы имени Леси Украинки. Заслуженная артистка Украины, 2010. Сейчас в театре Татьяна не работает. Много снимается в фильмах. За это благодарит Бога. Он не забирает у нее любимую профессию. «Я комедийная, острохарактерная актриса. Обожаю свое амплуа. Пусть зрители улыбаются и смеются». Наиболее известные работы в театре, когда получила приглашение сниматься в проекте «Когда мы дома» на СТБ, долго не раздумывала. «В скетчах работаю впервые, но это мое дело, работа острохарактерной комедийной актрисы. Да и съемочная группа, во главе с Максом Литвиновым и Антоном Щербаковым, мне очень импонирует. Надеюсь, и вам всем будет интересно. За несколько минут суметь рассказать смешную историю так, чтобы зрителю было интересно и смешно. Эта работа требует высшего пилотажа актерского мастерства. Хотя с первого взгляда кажется, что здесь трудного. Здесь как нигде нужен вкус и мера, иначе получится китч. А мы снимаем добрые и милые скетчи», — отметила Татьяна Шелига. Игорь Рубашкин, биография, информация, личная жизнь, фото, видео. Игорь Рубашкин, Игорь Александрович Рубашкин, родился 18 июля 1978 года в Киеве. Украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины, 2017. Игорь Рубашкин родился 18 июля 1978 года в Киеве в актерской семье. Отец – Александр Михайлович Рубашкин, актер театра на Подоле. Мать – Татьяна Константинова Печенкина, актриса театра на Подоле. Имеет сестру. Брат матери – оперный певец. Актрисой была бабушка Игоря Рубашкина. Отец умер, когда Игорю было 13 лет. Вырос на Подоле.
В 1995 году окончил среднюю школу, планировал поступать в политехнический институт, однако мама настояла, чтобы его просмотрел профессор Николай Николаевич Рушковский, у которого она сама когда-то училась, и который тогда как раз набирал свой курс. За 5 дней Игорь выучил нужную программу и поступил в театральный. В 1999 году окончил актерский факультет Киевского государственного института театрального искусства, курс Н.Н. Рушковского. С большим уважением Игорь Рубашкин отзывался еще об одном своем педагоге, Науме Ароновиче Резниченко, который читал зарубежную и российскую литературу, устраивал поэтические вечера и театральные постановки. По словам Рубашкина, он привил ему любовь к хорошей литературе. В студенческие годы сыграл Дон Кихота в постановке «Человеки из Ла-Манчи». В 1999 году был удостоен театральной премии «Киевская пектораль» в номинации «Дебют». С 2000 года – актер нового драматического театра на Печорске. Среди его работ – «Приключения Казановы», «Казанова», «Арлекино», «Слуга двух господ», «Гальдони», «Реш», «Себастьяна Сальвата», «Панталоне». «У каждого свои странности», «Ионыч», «Пять рассказов Пелевинов», «Пелевина», «Реш», «Юрий Одинокий», «Капитан Звягинцев», «Полковник Лебеденко», «Юнкер Зиверс», «Закон танго» по произведениям Х. Картасара, Х. Боркеса, «Неруды», «Реш», «Елена Лазович», хореограф Игорь Рубашкин, «Росенда Хуарес», «Мастер» и «Маргарита М. Булгакова», «Реш», «Александр Крыжановский», «Пилат», «Мастер», «Распутник» Э. Шмида, «Реш», «Александр Крыжановский», «Дэнни Дидро», «Корабль не придет ни с Моми Штокмана», «Реш», «Александр Крыжановский», сотрудничал с театральной компанией «Бенюк» и «Хостякоев», «Белая ворона» Ю. Рыбчинского и Г. Татарченко, «Реш», «Анатолий Хостякоев», «Жульен», «О мышах и людях» Тш. Стейнбека, «Реш», «Виталий Малахов», «Рослый», «Задунается за порогом» по мотивам оперы С. «Гулаг» Артемовского, «Реш», «Анатолий Хостякоев», «Селим», «Сын Султана», «Люкс для иностранцев» Дэвида Фримана, «Стэнли Паркер», играл в театре «Сузирье», «Визит панов», «Воланд». С 2005 года начал сниматься в кино, дебютировав в картине «Поцеловать незнакомку за 20 минут». Позже сыграл второплановые роли в лентах «Возвращение Мухтара 3», «Отец Георгий», «Родные люди», «Толик», «Ловушка», «Анатолий», «Вера», «Надежда», «Любовь», «Артем Новиков», «Костоправ», «Валерий Логвинов», «Дело было на Кубани», «Федор Загребельный», «Ржевский против Наполеона», «Дюпон», «Менты», «Тайны большого города», «Андрей Вербицкий» и другие. Игорь Рубашкин в сериале «Дело было на Кубани». Игорь Рубашкин «Дело было на Кубани» свою первую главную роль сыграл в 2016 году в мелодраме «Спросите у осени». Игорь Рубашкин в сериале «Спросите у осени». Игорь Рубашкин «Спросите у осени» позже сыграл заметные роли в фильмах «Гражданин Никто», «Байков», «Что делает твоя жена», Николай Пухтинов, «Спецы», Константин Полях, «Искушение», Михаил Хван, «Благие намерения», Рафик, «Балерина», Влад, «Секрет мая», Богдан, «Два полюса любви», Федор Степанович Курбатов, Игорь Рубашкин в сериале «Искушение». Игорь Рубашкин «Искушение» снимался в видеоклипах «Где ты мой ангел», Юлии Войс, «За что Светлана Лободы», «Сало тут» из близ австралийской группы Tame Impala. Игорь Рубашкин в клипе Светланы Лободы «За что». Рост Игоря Рубашкина 194 сантиметра. Личная жизнь Игоря Рубашкина дважды был женат. Первая жена Елена Лазович, актриса театра на Печорске. Игорь Рубашкин и Елена Лазович. Игорь Рубашкин и Елена Лазович. Вторая жена Олеся Власова, актриса театра на Печорске. В браке родились дочери Аполлинария, Полина, крестным которой является Анатолий Хостякоев, и Варвара. Еще отзывы о сериале: «А мне сериал скорее понравился, чем нет». Конечно, если не обращать внимания на нелепицы и несуразицы. Например, кто по документам родители девочки, а. Ну и еще кое-что. Но эти глупости появляются к концу сериала, когда зритель уже проникся судьбами персонажа и впечатлен хорошей игрой актеров. В самом деле, все актеры играют достоверно, на мой взгляд. И это заслуга режиссера. Мои любимые актеры в этой картине – Пашков, Воловенко и Великанова. А ваши? Пашков так убедительно сыграл Семена, что его героя нисколько не жалко. И если бы я по другим ролям не знала, что Пашков такая душка, то тут я бы его прямо сильно не полюбила. Так бывает, что неприязнь к персонажу зритель переносит на актера. И Великанова хороша, после милой Саши Корзухиной и Екатерины, жених для дурочки, нате вам. Что мне еще понравилось в фильме, то, что при всей драматичности ситуации почти нет слез и соплей в три ручья. И знаешь, что наши победят. А что не очень понравилось? В последнее время главных героев-богатеев поселяют в какие-то дворцы, с вычурной архитектурой. Но нашли бы для съемок хороший двухэтажный или даже трехэтажный дом. Нет, надо что-то эдакое. Или в России и Украине бизнесмены живут только во дворцах и замках.
замках. Эх, отстала я от жизни, что ли? Но это я так, в качестве пожелания. Девочки, 45 и старше, к вам обращаюсь. Если хотите посмотреть мелодраму про коварство и любовь, не обращая внимания на ляпы, а следить за развитием событий и поступками героев, рекомендую. И удовольствие от игры актеров получите. Нормальный фильм. Стала смотреть от нечего делать, а потом даже втянулась. У Великановой оказалась самая смешная героиня. С сарказмом, без комплексов. Возможно, если бы режиссеры ушли от серьезности куда-нибудь хоть на полшажочка в сторону, получилось бы легко саркастично. Но вот навряд ли бы пропустили такой формат государственные каналы. Но даже и так годится, необычно. Хочется Великанову еще видеть в таких ролях. Оказывается, она отлично играет вот таких вот совсем отрицательных героинь. Снимайте еще с Великановой в главной роли, и чтобы по ходу фильма главная героиня из отрицательной постепенно перерождалась в положительную. Наигранная джушь. Слушала фоном и то раздражала. Во всем фильме не нашла ни одного героя, который бы понравился или зацепил. Я, конечно, понимаю, что фильмы уже давно не учат ничему хорошему. Но не до такой же степени, что все заслуги героини – это родить чужого ребенка, повесить на себя долги бесполезного мужа, а потом замутить с богатым. Ах да, там еще пирожки были, только странно, что сценаристам не пришло в голову, что если уж сделали так, что героиня на этом зарабатывает, то пусть меньше болтает и чаще печет хотя бы. Если вы решите посмотреть этот фильм, то просто потратите свое время зря. Порадовала подборка актеров за исключением Даши, ее игра напоминает школьный театр. Еще героиня Барановской точно не подходит на роль разлучницы, тем более при таких обстоятельствах. Множество ляпов, сюжет нелепый, абсурдный. Начало вам покажется нормальным, а потом сущий бред.